От Ивана Михайловича о погоде на 29 ноября с пожеланием только самого лучшего вам, вашему дому, родным и близким. Пускай все это исполнится. По республике небольшой снег, по востоку республики без осадков, ветер западный 2,7, по Прибайкалью до 13 метров в секунду, поземка. Автомобилисты осторожно. Температура воздуха, северные районы ночью 24-29, по северо-востоку до 33, днем 15-20, местами чуть холоднее 23. В центральных районах ночью 21-26, днем 13-18, ну разве это мороз? В южных районах ночью 20-26, днем 10-16. Наша обожаемая столица без существенных осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура ночью 21-23, днем 13-15. Атмосферное давление существенно не изменится и будет 722-723 миллиметров ртутного столба. На дорогах города, республики местами снежные накаты. А будьте осторожны. Уважайте друг друга. В 1863 году устроено телеграфное сообщение между Петербургом и Кяхтой, а в 1867 году российско-американский проект по телеграфу соединил Верхнеудинск и город Сретенск. Человечество, как оказалось, не способно решить ни одной своей глобальной проблемы, но способно пережить все их вместе взятые. С любовью к вам, от Ивана Михайловича. Не бойтесь за своих проблемах, они всегда проходят.